Всем здравствуйте, с вами Олд. Да, продолжим наше путешествие. Мы на Багана. Занимаемся тут всякой фигнёй. Собираем инструменты, усиливаемся. О, блин. А, наверное, вот так вот. О, вот совсем другое дело. А чё я сюда припёрся-то, блин? А как я отсюда буду выбираться? Так, ну я могу, конечно, прыгнуть сюда. Могу пройти туда. Ладно, пойдем туда пока. Ух. Жесть, куда это я, блин, залез нахрен? Так. Опять что ли к этому крокодилу? Блин, трава такая жесткая. Он туда куда-то ведет. Ага. Судя по виду, воняет это существо похлеще гриза. О, блин. Твою мать. Это ж этот крокодил, блин. Эй, веди один. Мне бы где-нибудь тут сохраниться бы. А, это я назад пришел. А, блин! А, сука! Съел, блин! Возродимся. Черт, зараза. Двусторонний меч хорош против толпы, блин. А против одного надо одного. Ну ладно, меч-то у нас хоть один. Так, и как же мне, блин, к этому пройти? Вон туда. О, блин. Какой шустрый, блин. Как ассасин. Даже покруче. Yeah.
Блин! Помоги, Филипп! Блин, да что ты меня зажал, сука, блядь! Вообще охренеть! А, гад! К стене прижал, вообще, блин, не прыгнешь. Там на плата было проще, надо тут аккуратней с ним. Уходить от него. Зараза, блин! Бесит. Сука. А там место силы, блин. Просто так не уйдешь. А эти крокодилы всегда просто так не сидят. Козел, блин. Блин, черт, зараза, чуть не добил же, блин, сука! А-а-а! Гад, блин. Так хорошо его шарахнул. И опять от меня зажал, блин. Козлодоев. Ладно, пойдем еще раз. Что делать? Гад. О, блин. Прямо ж обидно. Блин, кто кого? У меня жизни осталось на один удар, блин. А! И он совершил этот удар. Гад, блин. Вот сука.
А может мне с ним не сражаться, а замедлить его, забрать этот и свалить, блин. Можно попробовать так, кстати. Хотя вряд ли получится, но попробовать-то стоит. Кто меня уже тут, блин, 40 раз убили, блин. Интересно, получилось или нет? Сейчас узнаем. Не получилось, я так думаю. Ну, попробую. Проверить теперь стоит. Если там светится, значит, я забрал. Не забрал. Если не светится, значит, забрал. Вперед, блин. Если нет, надо будет с ним сражаться все равно тут. Не светится, все. Можно уходить. Ценой жизни я забрал эту всю херню. Правда, там еще какой-то ящик, блин, Помоги, беги! Ладно, с ящиком повременим, блин. Сука, этот меня достал. Главное, фигню эту забрали. Сидию, блин. Так, ладно, пойдем теперь куда-нибудь другое место. Да мне уже надоело так. Оттуда я приезжал, сюда, отсюда я вышел. Так. Оттуда я пришел. А, ну здесь я ж был. Сканировать. Что тут у нас? Это тут я не был. Спасибо. Баграты из Плоксы. И что это? Баграты невероятно агрессивные территориальные животные, которые сформировали мутуалистические отношения со Сплоксами. Сплоксы тревожат гнезда богликов.
вынуждает тех выбраться на поверхность, здесь их убивает и съедает баграты. Когда взрослые особи беглика уже не представляют угрозу, сплоксы проникают в их гнезда и пожирают яйца. О, блин, какой у них симбиоз-то. Все, тут больше ничего нет. А, ну я ж вот ходил туда. Ходил туда, ходил сюда. Ну, в прошлый раз не все тут прошел. Я смотреть. Цере, что ты любишь вспоминать о Кордове? Голошахматы. Кордову всегда был так занят, что пришлось самой себя обучать. Но на голошахматы время находилось. Кто побеждал? Да по-разному. Наши подходы сильно отличались. Уже празднуешь победу, и вдруг... Вы многому научили друг друга? В каком-то смысле, да. О, кроватка. Нашел? Сканируй. О, блин, это что за хрень? Мой друг, при входе в хранилище у меня было видение, как когда-то у... Мой друг, при входе в хранилище у меня было видение, как когда-то у Зефа. Я видел, как пали джедаи, как несокрушимая мощь темной стороны заполонила галактику. Медлить нельзя, я должен сообщить совету. Зефа. А, я помню эту хреновину. Меня тогда, блин, долбануло не по-детски. Так, тут ящик я тогда уже обобрал. Это веревка, а можно было вот тут сразу залезть. Ну ладно. Точно. Ну пойдем наверх, ладно. Я еще точно знаю пару вещей, которые... Так, здесь у нас что? Жуки. Жуки нам нахер не нужны. Не хочу жуков. А, во-во-во-во-во. Точно. Поехали сюда. Подожди, я сейчас сначала сохранюсь здесь. Медитируем. Ух, навыков нет пока. Странно. А, слушай, я же ж не верну это все, пока, блин, не убью этого крокодила, блин. Он же меня сожрал. И мне теперь надо его убить, блин. Ладно, я к нему вернусь. Погоди. Черт, ладно. Погодь. Он съел всю мою силу и это. Только если убить его, то можно забрать, блин, назад это. Ах ты, черт. Придется возвращаться к нему. Ладно. И как мне к нему вернуться? Когда он аж вон там, он, блин.
Ладно. Это, блин, это площадка это. К мосту это туда, 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 туда. Я понял. Блин, придется с этим крокодилом сраным драться. Зараза, блин. Руками хорошо расправляться. О, блин. А там большая ящерица прибежала, нет, жук. Чё, блин, это? Эй, бейте один. А трава тоже косится, смотри. Взломать. Вернись сюда. Придется возвращаться. Материал святого меча, корунд. Ну, это классно. Вон мне надо вон туда, блин. Нет, не туда. Вон туда аж. Ептать, как же туда мне попасть-то, блин? Там наверху крокодил. Черт, зараза. Ладно, пойдем сейчас как-нибудь попадем. Лишний крокодил-то нам нахер не нужен. Во, смотри. Даже тут уже научился спускаться. Да я тут столько раз лазил уже, что уже, блин, это... Дай-ка промедитируем. Надо ж как-то убить, блин, этого. А то ж я все обнулил. Здесь мы никуда не пройдем. Вон там еще не изученный кусок это. Не исследовано. Да и там у меня остался, блин, ящик. Ящик-то херня. Остался крокодил с моими очками, с моими силами. Зараза. Бросай сюда.
через этот пройдем. Как мы туда и ходили в прошлый раз. Привет, хомяки. Там я уже был, мне выше надо. А то же этот сука украл все мои, блин, эти сбережения. Надо его бить, блин. Ну что ж, пойдем. Деваться некуда. Потому как если его не убить, все мое добро осталось там. Ну. На помощь! Иди один! Нужна помощь! Сука, готов! Зараза, как-то ж я его вот тот раз, блин, как-то быстро его убил. Ну, возможно, тот был поменьше, а этот побольше. Его надо бить только сильными ударами, блин. Бац, и смылся. Бац, и смылся. Меч одиночный возьмем. Нужен Ким.
вообще сюда не может влезть. Есть, блин, убил. Ох да бог да побежден. Ух ты. Думаю, мне нужна помощь. Ну, можно и так. Что там и так? Эй! Что там, беди один? Получен новый материал пончо. Розовый, блин. И из-за этого я стоило мне столько ломать этих. Охренеть, блин. Ох да бог да побежден, блин. Ладно. Главное, ох да бог да завалили, блин. Все-таки. Его, в принципе, было несложно завалить. Надо было просто стоять в дверях тут и, блин, и херачить его. Ну... В этом-то вся и прелесть, блин, когда не знаешь. Ты, блин, доходишь до этого потихоньку сам. В мучениях. Так, ну что, все тут? Промедитируем. Отдохнуть надо. О, доступные очки. Уже говорил это? Вернул свое очко. Свое очко вернул. Да, а то оно было у этого, блин. Ох, да бог, да, блин. И он это очко имел постоянно, блин. О, так. И что же мы теперь тут сделаем? Так. Это ерунда, подождет пока. Преиспользует все. Больше здоровья. О, вот это, блин, хорошая штука. А то у меня, блин, вечно проблема. Увеличит максимальный запас силы. Кэлла тоже хорошая. Или тут какие-нибудь атаки суперские. Выполнение атаки после быстрого уклонения позволяет Кэллу быстро пнуть врага. Это, слушай, хорошая штука. А, во, вот это увеличивает дистанцию, блин. В рывке, это тоже хорошо. И это хорошо, и то хорошо, блин, хер его знает, что хорошо тут. Вот это вот возьмем. Хотя... Увеличивает максимальный запас силы, это, блин. Отталкивать группы врагов тоже очень хорошо. Возьму вот это. Удерживание толчка. Ага. Понятно. Ну все, я понял. Так, Эр, отдохнуть все равно надо.
Во. Так, что мы тут еще? Вон там какая-то хрень неисследованная осталась у меня. Вот как-то вниз надо. И вон там вон какая-то хрень неисследованная. Надо ее, блин, исследовать. А как туда, блин, спуститься? Ты тут в этом трехмерном разве разберешься, блин? Куда-то надо туда вот. Вот где-то тут, подо мной. А что тут такого неисследованное? Не знаю же. Вон там, где-то там был уже, блин. Ходил туда. А, вон, наверное. Слушай, точно, во. Туда куда-то. Ладно. Хер с ним. Сейчас разберемся. Исследуем последний кусок. Изрезал, блин. О, а тут что? Хера, блин, тут что-то полезное, а я не, и ни ухом не рыло. Тот, кто здесь жил, обустроил внутри склад для еды и припасов. Угу, кладовая. Какое-то время здесь кто-то жил и использовал эту кладовую для хранения провизии. Понятно. Пойдем наверх. Сейчас обследуем последнюю территорию и пойдем дальше. Великий раздел. Где-то подо мной. Вон туда. Я не знаю куда, но куда-то туда. Козёл. О! А то ж я пошел сюда. А надо попробовать пойти туда. Но... Туда пойдем в следующей серии. Должна же оставаться какая-то загадка. Так что давайте. Небольшой перерыв. До завтра, до следующей серии. Пока. С вами был Олд. Прямо с Богана. Или Богана. С Богамов.
Да, космические путешествия. Сейчас хорошо бы смотаться, блин, от этого нашего правительства куда-нибудь подальше, блин. Да, пока.